А, так, кабанчик. Оседлали кабанчика, прыжок, погоди, прыжок. Всем привет, с вами Денис, на канале DVGame, мы продолжаем играть в Crash Bandicoot, друзья. Так, опять у нас остров Вампа, как всегда, и смотрим, что там будет дальше. Интересно, интересно, чем же закончится его приключение. Насколько длинное, не... Ну тут вроде концовка, последний вон этот уровень. Ну, в смысле, мы дальше пробежим или они появляются потом? Эй, дикий кабан. Подсказка. Удержите кнопку прыжка, чтобы прыгать на барабанах выше. Ага. Угу. На барабанах. На каких-то. Выше прыгать. А, так, кабанчик. Оседлали кабанчика. Прыжок. Погоди, прыжок. Прыжок, отлично. Отлично. Так, он разбивает. Это все перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Аккуратно объезжаем. Жизнь берем. Жизнь берем. Так, 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 чекпоинт. Аборигена я вижу какого-то жуткого. Блин, а с ними сложно. С ними сложно прям очень. Так, на барабане вот это. Вот эту кнопку надо нажимать. Так, я пропустил там, но это было... Это было более или менее нормально, потому что я их не понимаю, как так. Пробегаем, пробегаем. Хорошо. Примерно я понял. Примерно я понял. Да, а тут как на вертеле. Надо прыгнуть вовремя. Так, здесь так, а здесь вот сюда. Хорошо. Собираю, 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 собираю. Так, я про того забыл. Я забыл, куда про того. Прыжок. Хорошо, там твой дружбан ввалился. Тут не надо прыгать. Попробую запомнить, да, где прыгать. Тут я прыгну и еще прыгну. Отлично, хорошо. Жестко на самом деле. А что не собрал? Отлично. Один ящик пропустил, все, краш, прости. Прости, пожалуйста. Один. По сути, нам надо ящики даже разбить. Не собрать яблоки в них, а разбить именно ящики, чтобы на него не упали. Так, ну вот она, типа последняя. Или я что-то путаю. Крепость туземцев. Это босс. Подсказка. Часто погибаете, не спускайте глаз с контрольных точек. Знаю, я знаю. Часто погибаю, не спускаю. Так, крепость туземцев, я так понимаю, нам надо запрыгнуть наверх. Так, а как тут запрыгнуть? Ага, если нажимаешь прыжок, он выше прыгает. Все, я понял. Блин! Обезьяна. Хорошо, я испугался. Так, я в крепости туземцев перепутал. Я путаю еще прыжок с ударом, прикинь. Это печально. Они абсолютно разные на самом деле. Но я их путаю. Жду здесь. Так, здесь я помню. Так, вторая голова. Да блин, они со временем падают, короче. Прикол в чем? Они, видишь, со временем скатываются. Они не так долго держатся, чтобы не тупить. Поэтому мне тупить просто категорически воспрещается. Так, большой прыжок. Большой прыжок. Большой. Да я ж нажимаю. Вот так, я яблоки тебе не буду собирать. Нафиг. Нафиг! Черепахи, простите. Спокойно, спокойно. Пока огонь, я боюсь на нем поджариться. Это просто жестко было. А тут на него надо прыгнуть? Получается, да? Сейчас он потухнет, я на него прыгаю. А, он еще и как пружинит меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И сразу прыжок. Хорошо, иди отсюда. А тут вообще опасно. Тут надо какой-то маленький прыжок. А как? Как? То есть как бы сильно прыгнуть, я боюсь зацепиться за нее. Да что такое? Он не прыгнул. Точнее прыгнул, ну как-то тупенько. Краш, прыгай. Краш, я в тебя вообще верю искренне. Прыжок. Обезьяна. Умри. Да. Прыжок сразу. Я попробую, короче, сам... А, не, нормально. Я боялся, что я зацеплю и погибну. Так, назад, назад, назад. Прямо.
чекпоинт. Отлично. Так, тут я по максимуму тогда. Тогда я не боюсь. Тогда я не боюсь. Тогда я просто бегу на максимум. Ага. Да хорошо, что я перелетаю. Вот. Да что такое? Надо прям на самый-самый конец. А тут вообще я ее не увидел, что нету. Невнимательно, да, согласен. Да ты посмотри. Сколько у меня жи... Да нет, я не вижу. Я почему-то не вижу, что там... Нет. Это просто... Ну ты чего? Давай осторожней. Нет, так у меня много жизни, чтобы так вот халтурно их прям растрачивать. Нету, 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 нету. Сразу прыжок на нее. На тебе. Я думал, сейчас проиграюсь, честно. Да, вот тут вот я тебе могу сказать посложнее. Посложнее, посложнее. Не сильно. Так, а здесь надо мне, короче, ее взорвать, я так понимаю. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Я просто знал же, что крутиться нельзя. Угу. Хорошо, что она нас назад отпихивает. Ой, как очень хорошо, что она нас назад. Прям замечательно это. Так, подожди, как мне сделать? Ага. Ага, ага. Ага, все, все, хорошо. Отлично, отлично, отлично. Так, ага. Так, третий бонус уровень, хорошо. Ух, сложновато. Подсказка часто, так часто проигрываете, это мы уже видели. Так, что у нас тут, надо прыгать здесь. Еще выше, еще выше. Ничего нету, все, я убедился. Надо мне... Блин, ну так-то... Не, погоди, погоди, ну там вообще было... Там же на изи можно было пройти. Просто на изи. Да, опять я пропустил. Ладно, жизнь хотя бы возьму. Да почему он? Почему он падает? Он у меня сыпется вниз почему-то. Так, давай, давай. Краш, крашик, крашик, крашик. Угу-гу-гу. Так, ладненько. Спокойно. Главное спокойствие. Мне надо пройти этот уровень, чтобы понять, что происходит. Так, тут прыжок. Да разбей эту фигню. Так, здесь надо отскочить. И... Да почему ты не хочешь запрыгнуть? Сейчас быстро. Какой раз я уже пробую? Неизвестно, да? Всё. Вот, наконец-таки, наконец-таки все четко. Фу, это было сложно. На самом деле, вроде такая элементарная фигня, а сложно. Так. Быстрее, сейчас повиснет, мне нет времени. Нет времени столько ждать. Хорошо, еще выше. Если я упаду, это будет обидно. Но я не упал. Так, здесь яблоки. Нет, я не буду эти яблоки собирать. Яблоки, вы, конечно, кайфовые, крутые. Но так рисковать я не хочу. Так, а, тут голова еще этого чувака. Не-не-не, это надо прям... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, красавчик я. Хорошо, я все поднял. Сколько можно было. Угу, успел. Успел я. Угу. Так, яблок тут очень много, но я, если честно, к этому не готов. Надо было на нее запрыгнуть. Надо внимательно смотреть. Прыжок сверху, хорошо, успел. А, чуть-чуть. И там была эта маска. Маска была, я ж ее... Вот это мне зачтется мне. Так, прохожу аккуратно. Какой длинный уровень. Или я просто в нем много раз проигрываю. Так, аккуратно. Ага, сначала... Угу.
Хорошо. Офигеть, как хорошо. Спокойно, спокойно, не спеша. Не спеша. Нет, 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 подожди. Угу. Да, нет, 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 нельзя. Нельзя торопиться здесь никак. Это не та игра, в которой можно торопиться. Так, так, две головы, вообще топчик. Что вот эти за порталы, я не понимаю. Может, на втором прохождении, типа, появится что-то в них. Угу. Очень осторожно. Осторожно! Да как? А как так можно было быстро? Они же прям... прям мгновенно загорелись. Так, подожду. Угу. Ну тут нормально. Дайте мне маску здесь, пожалуйста. Тут нормально. Вот смотри, здесь я сейчас пройду прям на изи. Подожди. Тут надо прыгать, короче, в тот момент там вот. Вот здесь их трое. Надо прыгать, когда она вообще начинает тухнуть. Смотри, побежали. Прыжок, прыжок, прыжок! А, да ну блин! Ну почему он иногда прыгает вверх, а иногда в бок именно летит, сальто делает? Ну, в принципе, понял систему. Сейчас, я уже на изи, смотри. Оп, оп. Первый раз. Первый раз, слушай, ну первый раз же. Я первый раз за игру, меня сожрало это растение. Ладно, ждем, не спешим. Оно же чаще всего... Вот, видишь, он иногда прыгает нормально, а иногда не крутит сальто. Дай мне маску, пожалуйста. Да ну какие яблоки. Яблоки, конечно, хорошо, но мне маска нужна. Понимаешь, мне нужна... Маска! Прыгаю. Отлично, да, я понял как. И погнали. Краш, пожалуйста! Фух, и нет чекпоинта. Замечательно, что я могу сказать. Замечательно, играй как хочешь, без чекпоинта. Ага. Четыре жизни, вы серьезно? Что меня ждет впереди? Что меня ждет впереди? Я уже этого боюсь, я тебе говорю серьезно. Так, там еще одна жизнь, я ее хочу взять. Угу, все четенько. Может, яблоки, я и не такой спец по яблокам, но 4 жизни я хочу взять. Краш, да. Ой, прости, здесь прям сильно потеря. Так, подожди, это концовка. Следующий, я так понимаю, босс у нас будет, потому что, ну блин, 4 жизни, и как будто закончился остров. Или мы вовнутрь как-то уйдем, под водопад. О, я переместился на новую локацию. Я понял. Ага, второй остров. Хорошо. Вверх по ручью. Да, да, там такой. Да не ручей, там водопад, наверное, все-таки был. Ну да ладно. Главное, что вверх. И главное, что по ручью. Помните. Я тебе не скажу, конечно. Но я хотел нажать прыжок вместо... вращение. Нажал вращение, этим тоже, в принципе, не испортил игру. Угу. Так, я, конечно, лучше тут чекпоинт был. Прыгай. Прыгай, пиранья, прыгай. Ага, тень очень слабая, и поэтому мне иногда про... Тут можно было просто перейти. Мне иногда просто не видно, куда он прыгает. Так, первая голова взяла. И отсюда. Чекпоинт, чекпоинт, главное на него запрыгнуть. Хорошо, здесь, в принципе, он так крутится. Жуткое растение. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Ага, забираемся. Забираемся. Какие красивые места, на самом деле.
Так, здесь он не открывает голову, пока я не запрыгну. Все, я понял. Хорошо. Рыбка прыгает. Так, уходит лепесточек. Так, запрыгиваю на него. Так, а дальше что? Ага, вот вижу. Вижу. Обезьяна, иди отсюда. Офигеть. Угу, хорошо, чекпоинт. Ага, все, я уже на изи. На изи я. Все, выше. А тут можно бегать, да, я так понимаю? Так, здесь надо нам за эту фигню запрыгнуть. Что я взял, я так и не понял. Что я взял там? Я запрыгнул на ту фигню. Зачем? Опять я просто иногда вот просто в воду прыгаю. Я о себе слишком много заранее сказал, что тут все легко, и начал тупить. Там какая-то интересная фигня, но я же туда не пойду. Нафиг. Так, вторая, да, голова идет? Яблоки. И это мне чуть не уж. Так, вот. И я прыгаю. Хорошо. Здесь она... Ага, чуть не укусила. Третья голова. И бонус уровень. Не, бонус. Головы, в принципе, не спрятаны. По сути, не спрятаны. Их, ну, легко найти. Так, ага, давай. Трэш, я один пропустил. Я все пропустил. Сейчас я сделаю. Сейчас, это было прямо для того, чтобы я заново прошел. Я тебе говорю серьезно. Так, а тут я могу и не допрыгнуть уже. Нет, я не буду ничего там пропускать, я все сейчас проиграю, если. Тут попробую вот так. Сколько смог. И опять я жизнь не взял. Я еще нажал вниз, чтобы, короче, ее взять, но понял, что меня засасывает телепорт. Ну что ж такое? Что ж такое? Хорошо, вот здесь возьму. Так, эти головы, я так понимаю, они не кусают нас. Зеленые, они кусаются. Да, блин, там концовка, там же ж концовка была. Так. Вот как мне понять, что мне, когда мне прыгать, я не понимаю. Тут же и птичка, и вот я пытаюсь, и я не допрыгиваю. Как, когда? Она там рот свой раскрывает. Это злое существо. Растение, точнее, не существо. Вот все. Да, ладно, странно, ну ладно. Этот спокойный. Вот сейчас, хорошо. Я не знаю, по-моему, такое ощущение, оно поменялось. Я не смог в тот раз, я пробовал, не получалось. Сколько? Ой, краш. Прости, пожалуйста. Да, сложный, сложнее уровни, но тем интереснее то, что не на изи, так, знаешь, как я начал. Типа легко, просто, да-да, сейчас, ага. Игра показывает, что нифига не легко. Так, Reaper Ru, босс, еще один босс. Reaper Ru, подсказка, прямые атаки не причиняют ему вреда. Так. О! Так, это сумасшедший какой-то пес. Так, что нам надо делать? Ага. А как я понимаю, куда он прыгает? А как я... Как понять, что куда он прыгает? Он по нему смотреть, что ли? Иди ты нафиг. Буль. Сложный босс. Я тебе скажу, сложный босс. Сложно, не очень удобно. Не очень удобно и непонятно, что делать. Я прям на него прыгаю. Я не всегда понимаю. Либо он как-то... Надо понять его прыжки. Он сюда когда-нибудь вообще прыгает? Ага. Или он не прыгает на такие вот.
А прыгает он на середину тоже. По-моему, он только по... Он на середину прыгает, а именно по моим краям он не прыгает. Если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, ошибаться. Так, царапнул разок. Он по всем краям прыгает. Он по всем хаотично прыгает. Теперь я понял. Теперь я понял, что тут вообще вот просто хаотичная... так, у меня есть жизнь. Хорошо, спасибо. Так, назад, назад, назад. 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 Ага, потратил я уже жизнь свою. Прыгай обратно, урод. Блин, нет, нет, нет. Я же хотел взорвать. Я не допрыгиваю. Очень сложно. Прям сложненько. Еле-еле, друзья. Еле-еле я его, короче... забил, потеряв огромное количество жизней, это было прям сложно. Благодаря маске, жалко, что одна всего была маска, но я это сделал. Тяжеловато, тяжеловато. Но второй босс забит. Странно, я думал, как бы, знаешь, локацию проходишь в конце босса, а тут как-то так в середине. Ну да ладно, ну да ладно. Так, что у нас тут вниз? Вниз у нас идет... далее. Ладно, ребят, клевая игрушка. Не обязательно буду дальше проходить. Понравилось тебе? Ставь лайк, подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Все тебе самого наилучшего. До встречи. Пока!